Ну и кого я только что проскочил, Бадди, это ты? Прием, прием, как слышно. Трэвис, лопух ты позорный. Что ты делаешь на моей трассе? Отстал от маршрута, братец. Срезаю короткий путем через Сайлент-Хилл. Доползу до Брамса, съеду на стоянку. Совсем выдохся. До сих пор кошмары мучают? Мужик, я же тебе говорил. Заведи девушку или двух. И возьми с собой. С подружкой в кабине будешь спать, как младенец. Наверное, я просто не встретил ту единственную. Может быть, если бы ты перестал ныть. Не помнишь, как и почему. Так, Славянь, я тебе нотации не читаю. Нет, мне не надо. А вот если я где облажаюсь, моя старуха мне мигом доложит. Заснуть за рулем она мне не даст. Она до сих пор тебя не бросила? Бросится минуты на минуту. Увидимся, Трэвис. Наплюй на все. Так точно. Увидимся, Бадди. А? Эй, вернись! Это не туман, это дым. Боже мой! Внутри кто-то есть. Пойдешь со мной. Теперь мы в безопасности. Эй, кто-нибудь, помогите ей. Куда все подевались?
Где я? Silent Hill? Что случилось этой ночью? Та девочка? Это ее рук дело. Ее должны были забрать в больницу. Улица Кунца. Я должен убедиться, что с ней все в порядке. Эй, вы доктор? Чем могу помочь? Пожар прошлой ночи. Обгоревшая девочка. Она здесь? Девочка? У нас не было новых пациентов в последние сутки. Она была травмирована. Она вся обгорела. Вы ее родственник? Как вы сказали, ее зовут? Я не знаю имени. Это я вытащил из огня. Ее должны были привезти сюда. Есть здесь поблизости еще больницы. Простите, возможно, кто-нибудь в регистратуре сможет вам помочь. Меня ждут срочные дела. Прощайте. С вами все в порядке? Что? Это девочка из огня. Как ты? Померещилось что-то дурное. Что это? Ты... Что это было за вещь? Это... Нет. С вами все в порядке? Извините, я вас потревожила? Меня зовут Лиза. Я тут еще практикантка. Вы кого-то ждете? Нет. Нет, я просто... Ну... Я уже ухожу. Меня зовут Трэвис. Приятно познакомиться, Лиза. Вы уверены, что с вами все в порядке? Вы выглядите слегка не в себе. Простите. Нет, все нормально. Если честно, я немного не в себе. Весь день. Я прошлой ночью на пожаре был, наверное. Мозги чуть скибели. Пожар в деловом районе? Ужасно. Я слышала об этом. Никто не знает, что стало причиной пожара. И эта бедная девочка, Олеса Гилеспи, такая страшная смерть. Олеса? Она умерла? Да. Простите, вы знали ее? Нет. Но... Неважно. Что ж, мне пора бежать. Доктор Кауфман хотел, чтобы я встретилась с ним в лечебнице Кедровая Роща. Он будет вне себя, если я опоздаю. Может, еще увидимся? Не волнуйся, Трэвис. Ты тоже, Лиза.
Вы были на пожаре? Я видел вас там. Да, видел. Это мой дом горел. Моя дочь, Олеса. Это ты спас ее? Да. Она была вашей дочкой? Почему вы ее оставили? Почему никто не пришел на помощь? Вы все оставили эту девочку в огне. Да, мир страннее, чем тебе кажется. Вы сумасшедшая. Что с ней случилось? Лиза сказала, что она умерла. Олеса с теми, кто о ней позаботится. Не верь ей, Трэвис. Она не понимает, что творит. Откуда вы знаете мое имя? Эй, отвечайте. Они все сошли с ума. Лиза, ты тоже здесь? Ты тоже все это видишь? Для тебя здесь все тоже темное? Мне так жаль. Они не могут ей ничем помочь. Она просто сидит там. Она так хочет своего мальчика. О ком ты говоришь? Девочка внутри? Олеса там? Нет, ты знаешь, кто там. Мама? Папа сказал, что ты умерла. Ты мертвая? Я не умерла. Меня просто заперли. С глаз долой и с сердца вон. Но я не мертва. Я просила привести ко мне моего мальчика. Мама! Иди сюда. Дай мамочке взглянуть на тебя. Это как и в прошлый раз. Что здесь происходит? Этого не может быть. Это ты вытворяешь. Ты это делаешь. Подожди. Нет, не уходи. Я должен знать. Что ты здесь делаешь, Лиза? Простите, если я вас напугала. Я думала, я тут одна. Здесь опасно. Опасно? Вы шутите? Дверь была открыта, вот я и вошла. Я просто люблю театр, Трэвис. Я хотела стать актрисой, но моя мать была медсестрой, и моя бабушка была медсестрой. Так что и я буду медсестрой. Я не могу перестать думать о тебе, Трэвис. Я хочу тебя. Я думаю только о тебе одном. Давай сбежим к черту из этого безумного города. Сбежим. Ты и я. Нам будет хорошо вместе. Видишь? Я могла бы стать звездой. Да. Ну пока. До встречи.
тебе это нужно, не так ли? Только не снова. Мотель у реки. Мне кажется, я здесь уже был раньше. Хелен, каждый раз, когда я смотрю в его глаза, я вижу тебя. Этого недостаточно. Я не могу остаться ради него. В мире без тебя слишком много боли. Та штука, что украла твое тело, у нее была верная идея. Лиза? Трэвис? У вас нехорошая привычка выскакивать из-под земли в самый неподходящий момент, мистер Грейди. Не пора ли вам покинуть город? Я не могу. Нужно постараться. Папа, я выиграл, и у меня еще остался четвертак. Хочешь четвертак? Папа, проснись. Пожалуйста, папа. Я не сплю, сынок. Ты знал, что я не сплю. Почему ты тут так долго стоял? Это было неправильно. Пожалуйста. Это было не здорово, сынок. Папа.
Это безумие. Пора тебе понять, что произошло. Твоя мать и я. Мы увидимся с тобой на небесах, Сидор. Ну как такое вообще возможно? Папа, как он мог с тобой такое сделать? Почему ты не даешь мне забыть? Зачем ты причиняешь мне эти страдания? Выходи, выходи. У меня есть твоя вещь для тебя. Довольно? Выискала ты моих родителей. И что теперь? Когда уже мы заглянем в твой маленький больной рассудок? Это неправильно. Это последний. Ты здесь? Подожди. Что ты наделал? Ты разрушил заклятие. Теперь она свободна. Я просто хочу покончить с этим. Я думал, что она хотела того же. Я хочу выбраться. Ты поможешь мне? Хочешь выбраться? Слишком поздно. Даже с твоей непутевой помощью она не сможет теперь нас остановить. Очень скоро начнется ритуал. И, наконец, она произведет на свет Бога. Вот и она. Взгляни на плод трудов своих. Что вижу тебя здесь. Мы рассчитывали, что ты просто уедешь. Что ж, пора отправить ее к пешку Бай. Спокойной ночи. Здесь. Нужно начинать сейчас же. Не волнуйся, Далия. Потеряв его, она потеряла проводник для своей семьи. Мама! Мама?
Что это? Не трогай! Ай, горячо! Оставь! Это темница для демонов. Оказавшись внутри, он усилит твою мощь своей. Освободи его, и все мы сгорим в пламени ада. Гарри, это ребенок. Это девочка. Давай же, возьми ее на руки. Шерил. Мы назовем ее Шерил. Мы потеряли половину души, и семя пребывает во сне. Но вторая половина не потеряна. Мы призовем ее заклинанием. Почувствовав ее боль, вторая половина наверняка придет на зов. На это нужно время. Мы можем подождать. Закрыть до следующего сезона. Подожди.
что ты делаешь, сын? Осторожней. Папа! Подходит. Одинокая луна. Ты всегда светила для меня, не так ли? Салют, Трэвис. Вы не видели мой грузовик? Я должен найти свой грузовик. Твой грузовик на нашей планете. Летим с нами. Можно я за руль сяду? С механической коробкой передач управишься?